Федоровна. И пришлось нам нелегко. Надо было вырваться из вековой отсталости. Надо было преодолеть огромную силу исторической инерции и научиться жить по новым законам коллективизма. И теперь, подводя главный, решающий итог 6 десятилетиям борьбы и труда, можно... Доброе утро. Что-то все вокруг да около. Мне нужен список постоянных посетителей теннисных кортов, Иван Борисович. Зачем? Мы сравним его со списком ближайшего окружения погибших. Все. Как говорится, можно воду сливать. Нам же самое главное заказчика вычислить. У нас сам на колдуна выведет. Сирота. Как говорит моя внучка, вот смотрю я и удивляюсь на тебя. Так понимаю, что список ближайшего окружения погибших в ДТП ты уже составил. Так точно, товарищ полковник. А список ближайшего окружения Виктора ты тоже сочинил? Да. Вижу, ремонт затянулся. Здравия желаю. Здравия желаю. Присаживайтесь, присаживайтесь, работайте, работайте. Что ты куришь? Беломор. Беломор. Именно Беломор. Странно. А что же Виктор курил? А что ты вдруг Виктор вспомнил тоже? А помнишь, на кухне запах был какой-то такой специфический, сладковатый, даже сказал бы, как в церкви. Слушай, значит, ты обещал подумать относительно щенка. БТ, товарищ генерал. Что? Ну, он курил БТ, у него затушенный окурок в пепельнице лежал. Ну, что скажешь? Как? Ну, все, я понял. Можешь не продолжать? Хорошо. Работайте, работайте. Да, с ремонтом, конечно, их надо будет поторопить. Накануне Виктору подарили пачку сигарет. Светленькая, какие-то на ней две буквы. ВТ. И почему-то цифра 20. 20 сигарет. Ты ее выбросила? Нет. Когда ты с генералом ушел, ко мне заглянул бригадир скорой помощи. Там надо было уточнить фамилию Вити, год рождения, точный адрес. Вот. Ну, а когда он все это записал для документов, то он, знаешь, начал так, ну, по карманам себе бить. Мол, забыл сигареты дома. Ну, а я взяла ему и отдала их. И все. Вот и все. Так, бригадир, санитар, нет, санитара 2, все внизу. А кто ж сигарет-то забрал? Сирота, ты к докладу у генерала готов? Соответственно. Соответственно чему? Соответственно, настольной книге следователь, товарищ полковник. Здорово, говорю. Привет. Сирота, ты на свет родился, чтобы над начальством издеваться или как? Никак нет, товарищ полковник, родился точно не для этого. Только потом попал на воспитание в пионерский отряд имени Павлика Морозова. А чё? Портупей через плечо. Генерал ждет нас с докладом, а после этого нас всех троих ждут. Добрый день. Здрасте. Ковёр-то почистили уже? Расшутился. Шуточки кончились. Привет, супруг. Здравствуйте, товарищ комиссар. А вы не скажете, скоро ремонт закончится уже? С сигаретами шаткое предположение. Вообще, вся эта версия бредовая. Но в ней что-то есть. Я имею в виду записки. Ведь кто-то же их пишет. И в нужный карман подбрасывает? Да. Откуда же он знает, где нужный карман? А вся эта ваша чертовщина, которую вы мне рассказывали, все эти рыбки, птички, спички, перья, вы догадываетесь, куда нам их воткнут, эти перья? Предполагаю. Но, товарищ генерал, я настаиваю на разработке именно данной конкретной версии. Он настаивает. Иван Борисович, берите руководство этой операции на себя, но я вас очень убедительно прошу, пожалуйста, без этого интеллигентского трепа о колдунах и чертовщине. Конкретно действуйте. Искать и брать. Слушаюсь. Ищите этого почтальона. Пошли. Огня! Открой! Семен, я занят. Кто занят? Здравствуй, Боря. Я не понял. Сейчас пойми. Встать! Встать, сказал! Что рассказывай? А? Рассказывай, говорю. Чего? Чего? Сказать нечего, что ли? А? Я говорю, сказать нечего, что ты окажешь? Зачем ты его убил? Кого? Его, сука, говори! Я не убивал его! Смотри в глаза! Я не убивал его! Молодец, а? Смотри, Петруш. А вот денежки. Так. Что тут у нас? Деньги за что? За порнографию? Нет. Нет, это... Записочки передавал. Записочки передавал. Какие такие записочки? Мое дело маленькое. А люди очень большие. Очень большие люди. Кому передавал? Фамилия, возраст, особые приметы, имя, отчество. Я не знаю. Я не знаю, честно, я не видел его никогда, я только один разочек, Не ори. Я по телефону только один разочек. Слышал, голос у него такой. Будин, ну ты понимаешь, что твое дело-то тухлое? Тухлое дело? Тухлое, да? Тухлое. Так что давай спокойно, не торопясь, все по порядку. От кого, кому, куда, когда. Давай. Я из сумок, из карманов ничего не брал. Ничего не брал. Позвонил мне мужчина, не представился. Сказал, чтобы я полез в свою тумбу, а там два конверта. Два конверта. В одном деньги, а во втором вот эти записочки. И говорит мне, если я в нужный карман записочки положу, то деньги твои. Ну, в смысле, мои. Сколько раз передавал записки, помнишь? Да. Раз 10, может быть. А кому передавал, помнишь? Да, помню. Да. А когда последний раз передавал? Последний раз? Вчера. примерно хотя бы, что в записке было написано. Помнишь? Этот текст. Там все время одно и то же написано. Там. Если вы хотите, чтобы дьявол помог вам в известной проблеме, то записку с просьбой к нему надо бросить в окошко в склепе возле старой польской часовни на южном кладбище. Пойдемте. Когда бросить, помнишь? Да. День, время. Помню. То ли полнолуние, то ли в новолуние. В полночь. В полночь, точно. В полночь. Позвонишь дежурному, пусть отведут его в камеру, дадут бумагу, ручку. Напишешь всех, кому и когда передавал записки. И я могу быть свободен? А куда тебе торопиться? Ты хоть понимаешь, куда тебя везут? Так это один раз только было. Мне тренер с работы попросил сфотографировать его с дамой тайком в таком виде, а потом исчез куда-то. Уволили, что ли? Еще надо проверить. Так быстро, да? Можно гордостью сказать. Мы выстрелим. Я желаю, товарищ комиссар. Капитан, вы почему не посещаете партсобрание? Проще объяснить, товарищ комиссар. Вы знаете, дело в том, что все мои клиенты, они люди, как правило, беспартийные и политически неграмотные, не чувствуют тонкости момента. Иногда совершают преступления, тогда как рядовые назначают собрание. Машина ждет. А ты чего улыбишься? Наливаешь. Воды не хватит. Ладно, у нас там еще 2 ведра. Не видно ни хрена. Нам бы сюда хотя бы 1 бинокль ночного видения. Угу. Ты еще телевидение закажи, которое футбол показывает. Красота. Сидишь в теплой кабинке, кофе по-сиротски и наблюдаешь, как эти черти в мячик не попадают. Соврал. Еще раз повторяю вопрос для особо непонятливых офицеров. Кто сорвал сопровождение наблюдаемой? Товарищ генерал, Я же докладывал, у нашей машины что-то с двигателем. Почему возле ее дома вы не поставили наблюдение? Ладно, вы проворонили проезд, но факт и время прибытия, это что по-вашему? Виноваты, товарищ генерал. Людей не хватает. Думали, обойдемся автомобилем сопровождения. А у вас хоть хватило ума оставить засаду? Так точно, товарищ генерал. Ночью никто не явился, но днем, думаю, туда не сунется. Там участок хоть и старый, но народ шастает. Вот надеемся на сегодняшнюю ночь. Вот надейтесь. Надейтесь. Это все, что вам остается. Товарищ генерал, я вам докладывал. Со служебным транспортом в угрозыске катастрофа. Приходится привлекать дружинников с их личными машинами. Что прикажете? Такси брать или на велосипеде погоню устраивать? Иван Борисович, пожалуйста, не надо, не кипятитесь. Да, вы докладывали. Я докладывал выше, а там еще выше. Ладно. Уж коль такая раздача пошла, я сам эту даму возьму на себя. А я на себя колдуна у меня. Не территория, смотри, а проходной двор. Сауна, опять со шлюхами. В раздевалке по карманам шарят, как в трамвае в этом, как он называется, крыжопы. Ну что вы, какой бордель со шлюхами? Какие по карманам шарят? У нас же своя проверка, у нас же свой отдел кадров. Да идиоты ваши отдел кадров. Как можно было взять на работу на такой объект ранее судимого человека? Ну а что? Я вам больше скажу. Вы знаете, откуда пришла директива проверить и вас, и, между прочим, вот эти ваши корты? Ну? Да мы все исправим, мы все наладим, что вы. Главное, все приведем в соответствие. Да мне соответствие это ваше, вот что здесь такое? Здесь что? Да. Нас. Как вас зовут? Меня? Да. Дмитрий. Меня Алексей, очень приятно. Очень приятно. Да. Дим, на ты ничего? Да, ничего. Ты думаешь, мне вот эти вот ракетки, хренетки, шминетки, да, вот да, это да, больше да, всех да. Надо, что ли? Да. И что? Ты же вроде нормальный мужик, да? Я, ну да. Как думаешь, где ваш банщик сейчас? Банщик, понятно. В тюрьме. Это из него весь этот кипиш-то начался. Он что-то ляпнул, ушло наверх. Ну, а мне здесь глотку драть, понимаешь? Ну? Ладно, нас это все не касается. Для нас с тобой главное что? Что? А все привести все в соответствие. Правильно. Да. Вот мой кабинет. А, здесь? Вот мой кабинет. Дим, да. Ну давай так сразу. На окна железные решетки. Решетки? Железные. Да. Вот. Дверь обшить металлом. Да. 3 дня сроку. Приеду, проверю. А то устроили тут не спортивный объект, а сортир на станции погребище. Простите. Да. Товарищ капитан. Товарищ капитан, можно с вами поговорить? А вы кто? Я начальник охраны здесь. А. Ну давайте поговорим. Вот сюда. Здравствуйте, Сергей Федорович. Здравствуйте, Евдокия Платоновна. Я надеюсь, неофициальное приглашение достаточно оправдано. И вам нужна какая-то срочная помощь? Да, я бы сказал, даже более того, очень срочно. Мой вопрос может показаться вам странным, и тем не менее. Вчера в полночь вы были на Южном кладбище? Ну, поскольку вы меня об этом спрашиваете, кто-то из ваших людей меня там видел. Да. Да, наши люди. Очень хорошо. Я была вчера на кладбище в полночь. Конкретно на Польском участке около часовни. Ну, а чтобы закрыть этот вопрос, я скажу, зачем я туда ходила. Только мне бы не хотелось, чтобы завтра об этом узнали все клиентки нашей парикмахерской. Естественно. Я все понимаю. Но выглядит все это как-то очень странно. Ну, а что же тут странного? Видите ли, мои друзья подтрунивают надо мной, что я трусиха. Ну, вот я не выдержала и поспорила, что в полночь поеду на Южное и привезу им оттуда камешек со склепа или с часовни. Не скрою, было страшновато. А камешек? Вы привезли? Привезла. Понимаю, понимаю. Я ведь тоже капитан, как и вы. Только вот майором уже никогда не был. Под хрущевские зачистки попал. Может, слышали? Слыхал. Там розеточка. Откиньте, пожалуйста. Вот там. Папочку положу, ничего страшного. Да, конечно. Ну, я так понимаю, кофе вы жалуете? Да, не откажусь. А. Тоже не откажусь. Ну и правильно. Чуть достали все. Ну, рассвет еще достали. Ну, вот если бы здесь хотя бы один денечек вот на эту публику поглядели бы, точно взвыли и за оружие схватились. Ваше здоровье. Вы какую публику имеете в виду? Которая тут персонал или которая ракетками машет? Да персонал там здесь при чем? Я про тех якобы спортсменов. Знаете, чем они тут занимаются? Говорят, вроде какой-то у них тут клуб по интересам. Да какие интересы, капитан? У них весь интерес завалиться в сауну, нажраться, баб попользовать, потом плакаться, кто кому жить мешает. Они эти ракетки свои по месяцам из чехлов не вынимали. А что же вы сюда этих девок пускаете? А как не пустить? Ну, вы же начальник охраны. Ну, ну попробую не пустить. Меня ж тут же и уволят за честность. И все. А потом... даже носильщиком на вокзал не взяли бы. А пенсии 0,1. Потому как до армейского стажа 2 месяца не хватило. Вот и вкалываю тут, на все закрыв глаза. Извините меня, пожалуйста. Да, ну, все. Знаете, я никогда не понимал. Мы вошли в вашу ситуацию. По нашим оперативным данным, у вас есть проблема. Конкретно, вас пытается шантажировать порнографическими снимками тренер. А вернее сказать, бывший тренер, который известен вам по теннисным кортам. Послушайте. Далее. Некий инкогнито предложил вам, если можно так выразиться, ну, необычную форму решения этой проблемы. У нас есть свидетель, который передал вам записку с соответствующими инструкциями. Да, нам знаком текст этой записки. И нам известно то, что вы эти инструкции скрупулезно выполнили. Послушайте, Сергей Федорович, я вас очень прошу, пожалуйста, войдите в мое положение. Мало того, что я на виду, еще и мужа планируют перевезти в Москву. Я вас понимаю. Мы постараемся сделать все, что возможно. Только ответьте мне на один вопрос. Почему вы согласились на это предложение? А вдруг это был розыгрыш или афера? Вы же знаете, как вот такими вот мелкими вещами ломают карьеру. Ставки высоки. И потом, я слышала от нескольких очень серьезных людей, что колдун им кардинально помог. Эта кардинальность иногда кончается смертельным исходом. Что? Да. Вы шутите? Нет, это не шутки. Да как же, мне же сказали, что это колдовство, это что-то вроде гипноза. Что? Ну, сделай, что тебе скажут. Потом заплати, сколько велят, и все сделают так, чтобы тебя не беспокоили. Минуточку. Что из этого следует? А из следует то, что колдун с заказчиками связывался дважды? Каким образом? Как это происходит? Опять записка или телефонный звонок? Господи, ну я не знаю. Мне сказали, что свяжется и только. Сказали, что это совершенно безопасно. Евдокия Платоновна, пожалуйста, успокойтесь. Успокойтесь, успокойтесь. Если колдун вам позвонит вновь, перезвоните мне. Хорошо? Только не по сутке. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Все должно быть хорошо. Ты что? Ни одна собака не пробегала? Нет. Интересно, куда ведет этот ход? Куда это ведет? Тебе бабушка не день политической коммуны. Обалдуи из СИЗО проморгали. Взяли передачу для банщика, паспорта не спросив. Пацан принес, слезно просил передать отцу. Подождите, а портреты же запомнили? Да какой там портрет, идиот! Говорят, раз вы его попросили подержать до конца следствия, значит, он никому не нужен. Определили по специальности и рады. Какой специальности? В СИЗО, там же баня есть. В общем, передача-то с приветом оказалась. Банчик с голодухи пол котлета отхватил сразу из копыт. Еще вопрос, откачает ли. Буквально секунду. Хорошо, хорошо. Значит так, товарищ генерал, котлету нужно отправить в Академию наук. Помощи просить будем. Там аппаратура помощнее. Голубчик мой, ну хоть что-то вы можете нам рассказать? Что-то можно, но сложно. Там мощнейший наркотик. Работает галлюциногеном, когда в меньшей концентрации. Приблизительно как у Виктора. В смысле, как у Виктора? Я проверил кровь Виктора. Там те же компоненты. Что ж получается, что... Банщик и Виктор. Да, вот что. Хорошо, голубчик мой, вы свободны. Угу. Об этом пока никому ни слова. Все да. Остальное напишите в экспертном заключении. Да, да. Конечно. Да. Ну что, капитан Сирота, ты у нас самый умный? Ответь, откуда этот колдун гадость доставал? Или не колдун? М? Я думаю, что он. Но если у нас ее просто нет. Так что, выходит, он работал на ЦРУ? Это же абзац. Полный абзац. Конторские на наших поминках просто гармошки все и баяны порвут. А я думаю, товарищ генерал, что кто-то из теннисистов помог. Ну, они же имеют доступ к гениям, которых потом сами и... Теннисистов. А ты знаешь, я вспомнил. Да-да, а ведь эти чертовы теннисные корты уже всплывали у нас с наркотиками. Да, было. Это было лет 5 тому назад, я помню. Тогда это дело замяли. Почему? Потому что дети глупые, наивные, ранее несудимые и все остальное. Но начальника угрозыска тогда, я помню, выгнали. Потому что дети, видите ли. Помню. Слабые дети сильных родителей. Ты вот что, ты мне не умничай. Ты давай лучше расскажи мне про этого тренера, шантажиста. Одна женщина им интересуется. А что про нее рассказывать? Устроился разнорабочим на стройку лопатой махать. Мы наблюдаем, будем ждать. Где? В засаде? Угу. Это хорошо. В засаде, в склепе номер 3. Насчет покушения на тебя. Мы же тебе такую наружку представили, как только ты на корты пошел. Да такой наружки у самого товарища Сталина не было. Спасибо за доверие. Спасибо за доверие. Да обвели нас просто как пацанов вокруг пальца. Ты представляешь, мы даже не то что на колдуна не вычислили его. Мы этого пацана, который яд передал, легко упустили. Так что, капитан Сирота, где мы теперь находимся? В склепе, товарищ генерал. Вот. Да, я слушаю. Да, конечно, переключаешься, знаю. Алло. Здравствуйте, Евдокия Платоновна. Говорите. Сергей Федорович, нас никто не слышит? Ну, если вы не по сотке, то никто. Нет, я по-обычному. Он мне звонил. Только что. Что сказал? Сказал, чтобы я сегодня заказала заупокойную службу. По-рабу, боже. Ну, это вы понимаете, да? За упокойную по-живому? Ну вот. Тут и оно. А послезавтра он мне скажет, куда принести оставшуюся часть оплаты. А что, был аванс? Вы же ничего мне об этом не сказали. Господи, ну я перенервничала. А как он вас послезавтра найдет? По телефону? По телефону? Спасибо, не волнуйтесь. Может быть, послезавтра он уже вас и не потребует. До свидания. До свидания. Заказ принят. И бывшего тренера завтра могут убрать. Вам ясно? будет сделано. И прикрытие, и перекрытие, и обстава. Иван Борисович, постарайтесь. У меня на вас вся надежда. Не подведите, иначе по всем нам закажут заупокоенную. Причем настоящую, без колдовских извращений. Работает вот там, вот, на втором этаже. Да. Ты знаешь, Лёша, у меня такое дурацкое предчувствие, что не мы на него засаду делаем, а он на нас. Предчувствие или факты? Фактов нет, а предчувствие есть. А самое паскудное, что мы слепого понятия не имеем, кто он, так сказать, по имени-отчеству. Как в драке. Бьешь в пустоту, а вот попадешь. Значит, ночью он будет работать здесь? Да. Иван Борисович, мне кажется, что всех наших сюда поднимать не надо. Мы можем спугнуть. Конечно, конечно. Ух ты! Так. Да. Все правильно. Смотрите. Если вовремя потянуть за трос, щит уедет в сторону. А вы, кстати, видели, что внизу находится? В смысле? Смотрите. Ничего себе. Хитро придумано. Хотя не ново. Впрочем, во-первых, он может под ноги посмотреть. А во-вторых, как тот, который ловит, узнает? Он же не будет тут маячить. Да хрен его знает. Доживем, увидим. Руки за голову. Лицом ко мне. Вот так сюрприз. Капитан. Ну, раз ты здесь, значит, все знаешь. Пошел. Пойдем? Пойдем, раз все знаешь, да? Пойдем. Куда пошел? Руки! А куда? По лестнице. А? Вниз по лестнице, сказал. Ну ладно, что ты волнуешься, у тебя там десятки отаров. Что ты так дергаешься? Поговорим. Руки. Да ладно, капитан, что ты заватил? Руки, руки. Куда я денусь? Вон твои ганыки бегают. Я тебе так скажу, капитан. Только это не для протокола. Там я это не скажу. Жила-была одна спецгруппа не так давно. Из одних сирот. Убивали тех, кого нельзя было убрать в открытую. И находили неугодных кого где. Кого с инфарктом в поезде. Кого с пищевым отравлением в ресторанном клозете. Кто так в поворот не вписался. Кому же они были неугодны? Подожди, не спеши. Потом их всех при Хрущеве пропустили через несчастный случай. Всех, слышь? Одному повезло. Раз повезло, так сидел бы дома и не высовывался. А ты не понимаешь, капитан. Ну, раз не понимаешь, иди. Не туда. Это приказ. Приказ. Превратить родину